Дорогие друзья, сегодня в саду Эрмитаж произошло очень интересное событие. Школа акварели Сергея Андреяйки провела сегодня мастер-класс акварельной живописи. Мы рисовали цветы, и вы видите, что пришло очень много гостей. Все разного возраста, и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети. И все рисовали прекрасный цветок розу. Мастер-класс вела художник-педагог школы акварели Любовь Юрьевна Лисохина. Она не просто рассказывала о том, что происходило за мольбертом, она подходила к каждому, каждому показывала, что нужно делать, какие-то комментарии произносила, подсказывала и даже помогала нарисовать. Всем так понравилось, всем у всех получилось. Конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее все остались очень довольны. И сегодняшним мероприятием мы открываем целый цикл мастер-классов. Мы рисуем акварелью цветы в парках Москвы. В ближайшее время мы проведем такой же аналогичный мастер-класс в саду Баумана, на ВДНХ, в Кузьминках и в Измайлово. Приглашаем всех, будет очень интересно. А потом вы придете к нам в школу акварели, где будет еще более интересно, потому что у нас, мы будем рисовать не только цветы, но и натюрморты, пейзажи, портреты. Всему вы этому научитесь, если придете учиться в школу акварели Сергея Андреяки.